Всем большой привет! Хочу сегодня показать свои покупки с магазина FixPrice. Их немного, но все-таки хочется поделиться, показать, что я купила сегодня, потому что, может быть, кому-то это будет полезно. Значит, вот такой контейнер. Тут была наклейка, я ее уже оторвала дорогой, чтобы его открыть, потому что тут было заклеено. Посмотрите, какой большой сундучок такой, органайзер. Ну, естественно, я для своих маникюрных принадлежности его приспособлю. Ну, тут можно складывать все, что угодно. Вот я до этого покупала в FixPrice вот такой контейнер. Вот, посмотрите, насколько меньше. Ну, по высоте, конечно, он может больше. А так он меньше. И я вообще не могла на него нарадоваться. Оказывается, привезли еще больше. Вот такой здоровый ящик даже. Вот, видите, да, размеры какие. То есть рука помещается. 199 рублей он стоил. Их было немного, я быстренько хапанула. Тут тоже можно хоть гель-лаки даже поставить по высоте, как раз вот пузыречки должны поместиться. Также влажные, ой, эти безворсовые салфетки. Здесь какие-то там, ну, можно, короче, приспособить под что угодно. Хоть косметику, хоть таблетки даже, лекарства какие-то тоже. Так. Также взяла для маникюрных дел вот такие перчатки нитриловые, универсальные. 55 рублей 5 пар. Но выбрала размер L-ка. Тут ничего про размеры не сказано, но наугад взяла L. Были M-ка, просто я знаю, что я обычно беру L-ку. И я вроде бы не ошиблась. По качеству они такие же, как вот у меня. Розовые есть наподобие. Я считаю, хорошие перчаточки делать маникюр. Вот на руке Элька хорошо сидит. У меня рука, не сказать, что узкая, так что для меня это нормальный вариант. 5 пар, 10 штук, отлично, за 55 рублей. Так, дальше. Ну, естественно, огород начался, как же без этого. Взяла вот такую вот подвязку для растений с отсекателем. Давно хотела такую штучку. То есть вот такая катушка. Здесь идет проволочка. Это не просто какая-то веревочка, это проволочка. И вот благодаря вот этой штучке делаете вот так. Нажимаете и все. То есть она легко отрезает. И, пожалуйста, подвязывайте огурчики, помидорчики, все что угодно. Может, даже где-то в хозяйстве такая вещь может пригодиться. 100 метров здесь. 55 рублей, я считаю, классная штучка. Так, дальше вот такое жидкое мыло взяла. Вот это мыло было 50 рублей. Посмотрите, какой объем. 700 миллилитров жидкое мыло с экстрактом пиона. Нежная кожа. Ну, взяла. Мне понравился объем и цена 50 рублей. Это вообще класс. Так, дальше взяла вот такое жидкое мыло для интимной гигиены с экстрактом хлопка. Тоже 55 рублей. Ну, я считаю, неплохая покупка. Тут даже вот какая-то эмблема стоит. Добровольная экологическая сертификация. Вот что-то новое. Так, сейчас покажу, как он выглядит. Вот такой большой флакончик. Здесь 250 миллилитров. Вот такое жидкое мыло. Содержит молочную кислоту. Для ежедневного ухода поддерживает естественную микрофлору. Попробуем. Коробочки, все запечатано, все как положено. Дальше взяла вот такое эфирное масло эвкалипта. Ну, это знаю, что добавляют в крем. Также в шампунь добавляют, чтобы волосы укрепляло. Ну, взяли для вдыхания. Может, знаете, бывает там болеешь, кашляешь. Я больше взяла для этого, чтобы лечиться, делать ингаляции. Так, и последняя покупочка. Вот такой большущий шампунь. Я его уже сейчас опробовала. Помыла голову. Мне очень понравилась мягкость волос. Вообще они кажутся невесомые какие-то. Но я не люблю хвалиться, пока я уже, как говорится, не убедилась. Ну, я думаю, что состав, вот посмотрите, масло жожоба, масло макадамия и масло карите. То есть три масла, это уже хорошо. Роскошный шелк, шампунь, 3D сияние, блеск и сила. То есть тут прям
Ну, судя по этикетке, прям вообще супер какой-то волшебный. Роскошный шелк. Так, объем 500 миллилитров. То есть большой хороший объемчик. Так что вот. Ну вот и все. Вот что я хотела показать. Вот такие покупочки небольшие. Так что посещайте магазин Fix Price. Там много интересного. Я выбрала все, что мне нужно. Пока ничего лишнего, я считаю, я не взяла. Все. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего. До новых встреч.